Всем привет, танковые нагибаторы! В этом видео хотел бы рассказать об обновлении 5.9. Расскажу быстро и коротко. Такс, поехали! Есть плохие новости и хорошие. Начнем с плохих. Итак, будет нерф ВК-101П. КПФПЗ-70 станет коллекционным. Если хотите продать, то цена будет 5000 золотых монет. Итак, плохие новости вроде закончились. Перейдем к хорошим новостям. У шпика улучшили КД внутри барабана. А этот собакин стал еще злее. Еще обнули Т-71. ЛТТБ. МХ-1375. И Яга Е-100. Из интересных новостей это новый вид характеристик танков. Скрытие параметры, такие как скорость назад, проходимость по грунтам и урон в минуту. Новый вид значки обвесов. И самое прикольное — это трассера. На этом все. Спасибо, что посмотрел до конца. Удачи!